Видновская клиническая районная больница – это большой лечебный комплекс, объединяющий не только стационарно более чем 500 коек, но и взрослую и детскую поликлиники в Видном, южную поликлинику в поселке Дрожино, три офиса общей врачебной практики и 6 амбулаторий, Молоковскую участковую больницу и 4 фельдшерско-акушерских пункта. Медицинская помощь доступна всем без исключения жителям, в каком бы населенном пункте Ленинского городского округа они ни проживали. Открытие после капитального ремонта взрослой поликлиники в Видном, амбулатории в поселках Володарского и Развилка – пожалуй, самые значимые и долгожданные события минувшего года. Обновленные медицинские учреждения теперь соответствуют всем современным стандартам. Это новое оборудование в эндоскопической службе, это колоноскопия, гастроскопия. Новое оборудование у офтальмологов, у лор-врачей, у хирургов, у травматологов, у физиотерапии. Вот мы все привыкли видеть какие-то ржавые старые железные приборы физиотерапии. Вот есть повод посмотреть, как они выглядят в новом состоянии. В Ленинском городском округе реализуется областная программа модернизации поликлинической службы Подмосковья. В ее рамках весной 2022 года взрослая поликлиника, среди прочего, получила новое офтальмологическое оборудование. В детских лечебных учреждениях открываются комнаты матери и ребенка и так называемые «добрые комнаты» – пространство для игр в ожидании приема. В детской поликлинике в Видном функционирует центр здоровья, а в амбулаториях муниципалитета на регулярной основе устраивают выездные приемы узкопрофильные специалисты. Выездные бригады – это специалисты, в которых наша амбулатория нуждается, наши пациенты нуждаются, потому что это огромная помощь и в диагностическом, и в лечебном плане. К сожалению, у нас транспортная доступность не очень хорошая, и вот выезды узких специалистов нам просто необходимы. На базе Южной поликлиники ежемесячно проводятся профилактические мероприятия различного характера для детского и взрослого населения. У нас полностью оборудовано отделение для проведения таких мероприятий. Более 2 лет стационар ВРКБ функционировал как многопрофильный ковидный госпиталь. За это время удалось спасти жизни более чем 21 тысячи пациентов со всего Подмосковья. Сейчас, когда коронавирус наконец-то отступил, больница закрыта на санитарную обработку, чтобы совсем скоро начать принимать пациентов уже в обычном режиме. Продолжает развиваться и покорять все новые и новые высоты Видновский перинатальный центр. Весной 2021-го здесь появилась автоматическая реанимационная система, а также оборудование для экстракорпорального очищения крови. Центр оборудован всем необходимым для выхаживания младенцев весом меньше 1 килограмма. Каждый год здесь рождается более 6 тысяч детей, а недавно на свет появился 55-тысячный новорожденный. Качество помощи здесь, конечно, на очень высоком уровне. Не зря у нас из всех наших перинатальных 7 центров, которые расположены в Московской области, именно Видновский перинатальный центр занимает всегда призовые места в всероссийском конкурсе. Уже 2 года подряд врачи Видновской районной клинической больницы признаются лучшими по региону в своей отрасли. Высокий профессионализм и любовь к своему делу – вот те качества, благодаря которым врачам и медсестрам ВРКБ и Видновского перинатального центра удается, что называется, держать марку и быть лучшими в своем деле. 19 июня они отметят свой профессиональный праздник. Многие медики встретят его на своем боевом посту, помогая людям. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».